Фамилия, имя, отчество? Тишкевичина, Анастасия Александровна. Так, что у вас случилось? Украли с дачи вещи. А когда это произошло? И таких случаев немало. Ежедневно сотрудники УВД сталкиваются с десятками и даже сотнями случаев краж имущества с территории дачных участков. А причиной этому зачастую становится невнимательность жителей нашего города, которые оставляют ценные вещи без присмотра, как итог хищения и подачи заявления в милицию. Владельцам дачных и приусадебных участков необходимо самим принимать меры по сохранности своего имущества. Подобные преступления становятся возможными именно из-за недостаточных профилактических мер, принятых владельцами дачных участков. Уважаемые дачники, если есть возможность, оборудуйте свой дом средствами видеофиксации. Никогда даже на непродолжительное время не оставляйте на даче либо дворовой территории ценные вещи. Увозите их с собой в город, либо оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, которые постоянно проживают на территории садоводческого товарищества, а также в том пункте, где расположен ваш дом. Каждую среду в общественных пунктах охраны правопорядка участковые инспекторы милиции проводят приемы граждан. В городах в период времени с 17 до 20 часов, в сельской местности с 10 до 13 часов. Уважаемые граждане, в общественном пункте охраны правопорядка по месту жительства вас готовы выслушать, оперативно решить имеющиеся проблемные вопросы, защитить законные права и ваши интересы. С целью предотвращения краж на дачных участках сотрудниками УВД было проведено рейдовое мероприятие, в рамках которого они посетили садовое товарищество, где провели профилактические беседы с брещанами, которые еще не успели покинуть свой дачный участок, после чего раздали обучающие, еще раз напоминающие простые правила, листовки. Очень часто граждане замечают, что их обворовали, скажем так, допустим, произошло преступление в ноябре, а приехал в апреле и только тогда заметил. Это очень тяжело раскрыть данные преступления. Так, чтобы вы знали, каким образом можно обезопасить себя от преступника, пожалуйста, возьмите. В рамках проведенного мероприятия милиция обратила пристальное внимание на наличие и надежность дачных замков, а также на то, насколько прочно запираются калитки. И не зря, ведь по результатам проведенных наблюдений у некоторых с этим возникли определенные трудности. Здесь есть все условия для того, чтобы проникнуть на территорию приусадебного участка. То есть имеется запирающее устройство, которая, в свою очередь, не имеет замка. Эту досадную оплошность необходимо исправить. Ведь именно благодаря своевременному принятию необходимых мер безопасности, а также дежурству на территории дачных участков, за продолжительный срок удалось избежать многих неприятных ситуаций. Я 4-й год занимаю этот пост. По крайней мере, не было за эти годы. Может быть, там вот в первый год что-то там начинало, не помню, но не было. Очень много участков было без замков, даже навесных. И потом жаловались, там цветочки выкопали. Надо замок повесить, и не будет выкапываться. Короче, вот завесили замки. Каким-то образом на входную дверь. Двери меняют сплошь и рядом, металлические. С целью профилактики хищения имущества, естественно, рекомендуем гражданам оборудовать жилище и территорию садового товарищества надежными запирающими устройствами, решетками на окнах, ролетами металлическими, а само ценное имущество вывозить к себе в то место, где оно будет в сохранности. Жители дачных участков постоянно дежурят на территории садового товарищества. Благодаря этому удается избежать многих преступлений, и жизнь становится лучше. Дежурим постоянно, ходим, проверяем. Ворота закрываем, ценные вещи тут мы не храним. Ты ценные вещи, какие ценные вещи? Но у нас, слава Богу, спокойно. Сейчас в это время спокойно все. Никаких нарушений не было за эти вот время, что мы живем. Уже где-то 18 лет, как мы здесь. Все спокойно, все хорошо. А для того, чтобы обеспечить сохранность собственного имущества и предотвратить возникновение различных трудных ситуаций, нужно ответственно относиться к выполнению самых простых правил, ведь преступность не дремлет. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БОК-ТВ.